меня звал? Это я, Скворец! Спускайся скорее на землю! Гроза приближается! Ну да, вот еще. Я и так опаздываю. По делам лечу. Да не спорь, глупая! Посмотри, тучи какая! Ой, отстань! Расщирикался. Сказано не могу, у меня дело важное. Ну что за дело такое? Куда летишь? В Калифорнию. На выставку наибоднейших моделей года. Да ты что, спятила? Правду про тебя чайки говорят, от моды без ума. Что? И дело нашла. Сейчас как дарит, перышек не соберешь. Спускайся. Наглец. Правду про тебя чайки говорили, от моды без ума. А сколько я сил трачу, чтобы за модой угнаться, про это чайки не говорили? Везде поспей, на все посмотри, обо всем разузнай. Не жизнь, а гонки с препятствиями. Вот сейчас все птицы по домам, по гнездам, а я лечу, жизнь рискую. И все ради нее, ради моды. Ах, какой сквозняк, просто невыносимый. Бедные мои перышки, бедные мои крылышки. Вверх вниз, вверх вниз. Помогите! Помогите! Кажется, кто-то стонет. Простите, это вы стонете? Да, это я. Может быть, вам чем-нибудь помочь? Нет, нет, благодарю. Мне уже лучше. В таком случае позвольте представиться, Кулик. Скажите, мистер Кулик, как называется эта грязная лужа, и который сейчас час? Это не лужа, а болото. Наше болото не имеет названия, но, смею вас заверить, оно лучшее болото в мире. Что же касается времени, то, судя по солнцу, сейчас около 8 вечера. Все, опоздала. Не понимаю. Теперь это не важно. Я похожа на сумасшедшую, да? У меня должно быть ужасный вид. Ну что вы. Нет, нет, не надо меня успокаивать, я знаю, что это так. Отвернитесь. Мне необходимо привести себя в порядок. А, понимаю. Пожалуйста. Благодарю. Теперь замрите и не топайте по воде ногами. Идут круги. Не понимаю. Какой вы странный. Я не взяла с собой зеркало. Нет никакой возможности на себя посмотреть. А, понимаю. Пожалуйста. Так хорошо? Хорошо, хорошо. Не поворачивайтесь и стойте смирно. Сейчас я кончу. Это сюда? Тогда потолкуем. Холодно. Ноги мерзнут. Ничего, потерпите. Как вас там? Кулик. Потерпите, мистер Кулик. Поправим здесь. Осталось совсем немного. А как вас зовут? Цапля. Мисс Голубая Цапля. Кстати, в этом году мой цвет самый модный. Очень. Очень интересно. Ну вот, кажется, схватил насморк. Какой вы неугомонный. Все, можете повернуться. Но как? Не понимаю. Как я выгляжу? А, понимаю. По-моему, восхитительно. Вы мне льстите. Нет, нет, в самом деле восхитительно. Ну вот и хорошо. Теперь рассказывайте. О чем? Расскажите мне про здешнее общество. Что у вас в моде, на что спрос в особенности. Я гость, мне надо быть в курсе, чтобы, как говорится, не ударить клювом в грязь. А, понимаю. Признаться, наше общество очень мало интересуется модой. Настоящих ценителей нет. Фи, обидно. Я ужасная модница. Ради моды готова на все. Очень сожалею, но... Чем же занимаются здешние красавицы? Вообще, они у вас есть? А как же? Например, розовые фламинго. Что? Здесь живут розовые фламинго? Да,
Каждую весну они прилетают к нам на гнездовье. Я столько слышала об этих птицах. На прошлом показе мод фламинго получили первую премию за лучшую модель года. Непременно, ну непременно познакомьте меня с фламинго. Надеюсь, вы вхожи в их общество. Что вы, мисс Цапля. Мы, кулики, простые охотники. Живем скромно, замкнуто. Фламинго с нами не знаются. Это очень, очень гордые птицы. Вот как. Так вы простой охотник. А, впрочем, это не важно. Мне пора. Позвольте вас сопровождать. Нет, 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 ни в коем случае. Прощайте. Куда вы? Прощайте. Странная какая-то. Я ужасная модница. Познакомьте меня с фламинго. А как узнала, что я простой охотник, сразу бежать. Странная. Не понимаю. Надо же, какая удача. Фламинго живут здесь. Розовые фламинго. Я столько о них слышала, а теперь вижу собственными глазами. Это цари, законодатели вкусов и мод. Ой, завтра расскажу подругам, они просто умрут от зависти. Ой, кто это? Эй, ты на ходулях. Ослепла, что ли? Ну, позвольте. Не видишь, куда ступаешь? Кто вы? Кто, кто? Я тебе, вертихвостка, в дедушке гожусь. Да, но у меня уже есть дедушка. А на чужого, значит, можно наступать. Еще спорит. Нет бы извиниться. Извините, пожалуйста, но я... А не нужны мне твои извинения. Сначала наступит, а потом извиняется. Ну чего, клюв разинула? Черепаха я, дедушка черепаха. Чего молчишь? Я вовсе не собиралась. И не смей меня перебивать. Ишь, распустились. Старику слов ставить не дадут. Не болото, а какой-то гангстерский притон. Топают, шлепают, хлопают, хлюпает. Сумасшедший дом. Никакого покоя. Стыдно. Извините. Честное слово, я не нарочно. Я думала, камень. И нечего думать. Смотреть надо под ноги. Кто такая? Я цапля. Голубая. Мисс Цапля. Действительно. Голубая. А это что же, от природы или крашеная? Ну что вы, как можно? Цвет натуральный. Нравится? Ничего, симпатично. В самом деле. Да ладно уж со стариком кокетничать. Нет, правда, я сегодня не в форме, вынужденная посадка. А я тоже не в форме, ревматизм замучил. Эх, старость. Был молодым, все нипочем, а теперь тут болит, там болит, и никому не нужен. Это вы зря. Возраст сегодня в моде. Да. Да. У меня все подруги замужем за стариками. Вот как. А я и не знал. Улиточку хватишь. Что? Улиточку. Нет, 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 благодарю. Мы, цапли, предпочитаем французскую кухню. А, не нашу, значит? Да, тонкие блюда, деликатесы. Как-как? Деликатесы. Ну, лягушки, например, головастики. А, лягушки не держим. Это у того берега. Такие концерты по ночам устраивают, только уши береги. Любопытно. Да, ничего любопытного. Я одно время там жил, а потом вот сюда перебрался. Здесь вроде потише. Выжили старика. Ночью лягушки орут.
Днем фламинго по воде шлепает. Но никакого покоя. Вы знакомы с фламинго? Да, знаком, знаком. Вчера к одному подкрался, как залгу хватану. Ой, шуму было на все болото. Умоляю вас, введите меня в тамошнее общество. Мне необходимо свести знакомство с этими удивительными птицами. А, еще чего? 200 лет живу, а с фламинго не знался и знаться не желаю. Почему? Ну, не нравятся они мне. Ходят, носы задрали. Когда я был маленьким, мама мне говорила. Простите, мне пора. А куда, куда? Я тебя так не отпущу. Посидим, поболтаем. К сожалению, не могу. Я очень тороплюсь. Погоди, про маму не дослушала. Эй, эй, постой, мисс, как тебя там? Прощайте, дедушка. Что? Какой я тебе дедушка? Я своим внукам дедушка. Вертихвостка. Эй, слышишь? Ушла. Вот молодежь. Никакого уважения к старшим. То ли дело раньше. Вот еще привязался. Проболтала бестолку. А солнце уже зашло. Ну, где же фламинго? Ой, странно. Вот и берег, а их нигде нет. Зато есть ужин. И, судя по всему, отличный экземпляр. Сейчас мы его... Раз! Ой, как больно! Ну, надо же, прямо по носу! Ты еще кто? Я братец-кролик, здешний шериф. А вот что здесь делаете вы, сейчас выясним. Попрошу предъявить документы. Вот еще. Каждому проходимцу документы показывать. Что? Да это возмутительно. Я нахожусь при исполнении служебных обязанностей. Немедленно, немедленно извинитесь. И не подумаю. Ах, так? Да, так. 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 Ну, ладно. На первый раз прощаю, но в будущем... Тихо! Перестаньте смеяться. Все, болото мне разбудите. В это время порядочные птицы уже спят. Они бродят, как некоторые. Где вы здесь видите порядочных птиц? Кроме меня, разумеется. Пожалуйста. Справа от вас семейство пеликанов. Да-да-да-да. В камышах утки. А вон там слева, вон, видите, розовые. Ну? Это стая фламинго. И все спят, а вы шумите. Где? Где розовые фламинго? Ну, смотрите, левее. Ну? Вот, видите? А, теперь вижу. Боже, как оригинально. У них нет голов. В каком смысле? В прямом. Я столько слышала об этих удивительных птицах. Но увидеть такое... Честно вам скажу, не рассчитывала. Где их головы? Сейчас я подшучу над этой задавакой. Видите ли, мисс Цапля, в нашем болоте действительно практикуются самые модные новшества. Вот фламинго, например, они, ложась спать, снимают свои головы. Зачем? Скажите, зачем? Ну, это удобно. Да, не мнется прическа, сохраняется цвет лица. Ой, я желаю попробовать. Как это смело, неожиданно. Подруги умрут от зависти, если я первой введу эту моду в наших краях. Скажите, фламинго сами снимают головы или приглашают специалиста? В общем, специалиста. У нас есть отличные специалисты по этой части. Позвать? Да-да, и как можно быстрее. Я остаюсь ночевать. Сию минуту. Мистер Волк! Эй! Ну, кому я здесь понадобился? А? Мне, если не ошибаюсь,
Вы мистер Волк? Да, Волк. А я мисс Цапля, голубая цапля. Мне рекомендовал вас мистер Кролик. Видите ли, я хочу спать, но сперва желаю снять голову. Уж не мне ли вы хотите снять голову? Какой вы шутник. Не вам, не вам. Себе, конечно. И непременно по последней моде. Шуточки. Как прикажете? Покороче или подлиннее? Сделайте так, как модно. Слушаюсь. Опустите-ка, милочка, шею. Угу. Вот так. И считайте до трех. Раз, два. Лети, лети, глупый, я пошутил, он сожрет тебя. Что? Но как же фламинго? Как же мода? Вот потеха. Сразу видно от моды без ума. Еще бы чуть-чуть и потеряла голову.